Здравствуйте. Это наш первый видеоотчет о том, как мы проходим лечение дистанционно с Давидом. Моему ребенку, девочке, 2,5 года, зовут Кира. Диагноз ДЦП, задержка психомоторного, психоречевого развития, сходящееся косоглазие. Она самостоятельно ходит. Ну, при ходьбе частые падения бывают. Самостоятельно не жует. Обильное слюноотделение у нее. С игрушками не играет. Нет указательного движения. Она не показывает, что она хочет. На данный момент мы прошли 2 сеанса с Давидом. Первый сеанс у нас был 29 октября 2017 года. Во время сеанса она уснула. До этого у нее был поверхностный сон. Она могла проснуться от любого шороха. То есть складывалось такое ощущение, что у нее просто вообще глаза закрыты. И она вовсе не спит. Из-за этого у нее появлялись уже синяки под глазами, бледность лица. После вот первого сеанса она стала более крепко спать. Улучшилась у нее внешний вид. Прозовели щечки, покраснели губки, синяки ушли под глазами. Она не стала такой бледной. Вот. Также после первого сеанса она стала издавать звуки более активно, радоваться этим звукам своим. Мы, конечно, тоже проходим занятия с логопедом. Вот. Но именно после первого сеанса она стала издавать звуки, похожие на ее имя. Кира. Она начала произносить Киля, Киля, причем несколько раз в день. Она могла это даже распеть, чему я несказанно рада. После второго сеанса, это было 2 ноября 2017 года, она стала более активной. Ей стало нравиться, когда мой второй малыш ее стал обнимать. Она стала пищать, улыбаться, хотя до этого она все эмоции свои показывала через мычание. Она огорчалась, мычала, она радовалась, она тоже мычала. Сейчас она, когда радуется, она пищит, улыбается, смеется. Эмоции стали у нее более естественными. На горшок она стала не то чтобы проситься, но она стала меня тянуть. Показывать тем, что она что-то хочет, хотя этого раньше не было. Она стала и ко мне тянуться, стала более ласковой. Приятно за всем этим наблюдать. Благодарна Давиду я за его внимание, за то, что он нам уделяет время свое. Благодарю вас за внимание. Спасибо.